Еще один элемент, уже более продвинутый, это постановка с помощью гири акцентов в точке воздействия, в самом ударе, в конечной фазе. Это ни в коем случае не заменяет работу по мешкам, макивари и тому подобное. Но это заставит вас именно втыкать, не вязнуть в цель. Сложность заключается в том, что при броске нужно, чтобы шар остался на месте, а рука дернулась вперед и сразу назад. То есть такая свободная фаза. Туда, обратно. Таким образом, мы прорабатываем варианты удара. Прямой. Прямой стакан. Неважно, можно в голову, можно в корпус. Кросс. Длинный пересекающий удар. Во всех случаях я бросаю руку вперед. Боковой стакан. Ну и, соответственно, апперкот. Апперкот в корпус. Апперкот. Я стартово вывожу руку вот так. И потом уже за счет рывка подворот, подворот. Но во всех случаях рука начинает старт вот так, плечо. И ключевое это воткнуть и сразу отдернуть, чтобы шарик оставался на месте.